Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Джеймс Бонд. Агент 007. Продолжим. Бонд, где вы? Вы получили фото? Что их связывает? Вы что, волнуетесь? Вы мне нужны. Нет времени. Бонд, вы убили агента спецотдела. Кого он охраняет? Ничего страшного. Просто учтите, он один из ближайших советников премьера и, значит, один из самых влиятельных людей в Англии. Вы должны вернуться. Еще нет. Люди Грина помогут генералу Медрано подмять Боливию. Возвращайтесь. Я перезвоню. Там стреляют. Мы его обнаружили. Он и Камила Ривейра на самолете недалеко от Ла-Паса. Пошлите за ним людей. Их кто-то преследует. Генерал Медрано. Бонд что-то... Крыло подбили, да? Шансы Хвост есть. Подбили. Им придется прыгать. Самолет Клюв долго подбили. Не протянет. Они прыгнули. Падают очень быстро. Они только что сцепились. Видимо, там один парашют на двоих. 1500 метров. Все еще падают. С такой скоростью им не... Стабилизируется. Давай, Бонд. Это же Джеймс Бонд. Парашют открыт. Они замедляются. Надо найти их раньше, чем это сделает Медрано. Провинция Ороро, Боливия. Беги, прячься. Ну давай посмотрим, что у нас. Будем смотреть. Ой-ой-ой. Подожди, а у меня где оружие-то? Я-то чем буду драться? Палка, что ли? Так у меня и палки нет. Так, нет, там я не пройду. Да заткнись ты. Дальше оружие. Спокойно. Еще разок. Они приближаются. Мне пора уходить. Еще увидимся. Увидимся. Давай, малышка. Чтобы что?
Тут огромное озеро, а Боливия умирает от жажды. Рванули динамитом, здесь старое русло. Ты где? Не нужна нефть. С кем я разговариваю? Иду цель. Выдвигайся. Уничтожить его. Замечен враг. Вперед, вперед. Пошел, пошел. Давайте, где вы? Вот так. Кстати, я даже не знаю, что вот здесь будет. Чтобы мало ли, чтобы никто не попал там. Когда не надо будет. Тихо. Не вижу, вижу. Перезарядим. С какого края мне лучше? Понятно. С вами все ясненько. Кто там? Ой-ой-ой-ой-ой, сверху. Вам-то кто не дает? Вот так, ладно. Вы же отсюда все пришли. Разбился? Прекрасно. Так, телефонов я пока не обнаружил. Может, они где-то и валяются здесь. Там по окружности, да, бежать. Сейчас, подождите, сначала здесь проверю. Опаньки, это что-то такое. Боеприпасы. Прекрасно, подождите. У меня оружия больше нету, да? Осторожнее, бомб! Впереди много врагов. Давай. Я. У меня-то пулемет. Вторая команда на позицию. Атакуй! Обходим с правого фланга. На!
Откуда? Даже не русские, чтобы такую чушь нести. Ну давай. Наступаем. Тихо. Обходим слева. Спокойно. Ни хрена, это мне что-то в жбан прилетело сразу. Ладно. Так. Прошу повторить прием. Че? Ого! Ничего, я отстрелял-то. Так. Умпа, лумпа. Пара-пам-пам. Можно было бегать, да, здесь? Подождите, к бою я-то не готов. Стреляй, она движется. Thank you.
Нормально. Джеймс, берегись! Вертолет! Так, не вижу. Блин. Вот вам и Умпа-Лумпа. Где кто? Так, сойдет. Вот так вот. А я видел, там один забежал. Вау. Подожди, подожди. Даже не знаю, как мне быть-то. Вот так, наверное. Подожди, один сюда убежал, я точно видел. Блин. Зачем тебе Медрано? Я была маленькой, когда генерал Медрано вломился в наш дом. Он застрелил отца, задушил мать и сестру. Меня он в расчет не принимал. Теперь все будет иначе. Нам обоим Грин нужен, чтобы кого-то найти. Ты тоже потерял близкого. Да, верно. Ну? Кого мы потеряли? Тип с ожогом. Похоже, наш клиент. Думаю, мы нашли нашего взрывника. Хватит теребить ухо. Что-что? Опусти руку. Он меня заметил. Он уходит. Спрячь пушку, Картер. Он мне нужен живой. Меня преследуют! Избавьтесь от него! Конечно, Малак. Откуда его видно? Прошу выслать. Прием. Давай. Откуда-то, блин, сзади меня подстрелили. Ну-ка еще разок. Приготовиться!
Давай. Второй где? Кто-то сзади меня гасил. Не вижу. Чтобы сзади кто-то был, ладно. Стой, где он? Вот он. Так, что изображение? Тайня, так, это карта на пристани, входящий на пляж, припаркован грузовик с пулеметом. Давай, все понял. Где вы? О, блин. Вот так. Грузовик, значит, да, говоришь, припаркован с пулеметом. Так, что у нас здесь? Цена. Так, 2000 евро включает кейс. Если вы по-прежнему хотите его купить, приносите деньги в Доминик. Я буду ждать вас там с товаром. Ага, в конец изображения. Понятненько, куда он бежит. Напугали меня. Так, что-то Мулакова вложен. Это фотографии, места, где будут ждать вас мои люди. Давайте знать, если вас преследуют, и мы защитим вас. Так, Картер поджидает взрывника в конце переулка. Продолжайте преследование. Понятненько. Он не подтягивается, нет? Блин, там не цепляется, не подтягивается. Проверьте все углы. Отправьте. Нужна помощь. Мне тут помощь нужна. Так. Не понял, а как меня? Я ж... А, ну хотя доски такие же, как я их, так и они меня. Кто еще где?
Может, справа? Блин. Как-то не так, ладно. Они подходят справа. А я во время перезарядки как раз. Срочно нужна поддержка, прием. Вон. Так, ладно. Что-то маленько не так. Блин, как-то в упор, что ли, тебе надо как-то выбегать. Все хорошо. Он движется ко мне. Начинаю преследование. Так. Он спрятался за... Стоп! Он движется! Он убегает! Ловите его! Давай! Я его поймаю! Поймал? Нет. Должен поймать. Это Лондон. Это Картер, я с Бондом. Похоже, мы... Мадагаскар. Кого упустили? Малака, он делает бомбы. Бонду поручили... Малахова? Где сейчас Бонд? Малака заметил меня и... Малака. Сбежал. Бонд погнался... Я думал, Малахов. Тогда шанс еще есть. Я задействую спутник и начну прослушку исходящих звонков. Вас понял. Направляюсь за Бондом. Будь на связи. Он нам нужен. Ну что ж... На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!